Всех приветствую на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас топ-5 рейтинг лучших электроодеял с подогревом на AliExpress. Ссылки на лучшие электроодеяла с подогревом находятся в описании к данному видео. Ну а мы начинаем, и возглавляет наш рейтинг бестселлер настоящий. Это электроодеяло Kyufeng-Cheng HK087. Вообще, данный производитель выпускает много различных электроодеял, и часть из них вошли в наш топ, но это конкретное одеяло нравится очень и очень многим. У него очень высокая оценка, огромное количество положительных отзывов и большое количество заказов. Во-первых, это электроодеяло с так называемым двойным подогревом, то есть оно с двух сторон нагревает, можно укрыться, и даже где-то в холодном кемпинге, да, вам будет тепло всю ночь и без проблем. Регулируемая температура, то есть можно сделать побольше, можно сделать поменьше. Кстати, регулировка очень удобная, интуитивно понятная. 736 рублей 26 копеек с учетом скидки, но даже если говорить о максимальной цене, то она не превышает 1200 рублей. Размерный ряд очень богатый. То есть можно выбрать размер какой вам угодно, но естественно чем больше размер, тем выше цена. Вот, например, 150 на 180 сантиметров уже будет стоить 1630 рублей. Данное одеяло, оно условно, можно его мыть водой, то есть допустим поверхность загрязнится, вы можете его аккуратно помыть, но стирать, например, в машинке, либо как-то мять его, жулькать нельзя, потому что есть риск повредить механизм. Но вот если грамотно помыть, то в общем грязь всю можно удалить безо всяких проблем. В мокром состоянии, естественно, использовать это одеяло нельзя, его нужно сначала просушить, ну а потом можно уже использовать как обычно, то есть проблем с ним не бывает, качество очень хорошее. Следующий вариант — это тоже очень неплохое китайское одеяло с подогревом. Производитель, к сожалению, не указал его название, но продавец VESX Tekun Life Home. Вот вверху написано, да, название. В принципе, одеяло тоже достаточно неплохое, но размерная линейка куда скромнее. Вот тут есть 70 на 150, 120 на 150 и 150 на 180. Но дальше уже здесь немножко идет другой вариант, имеется в виду в цвете. 741 рубль 82 копейки за небольшой размер идет. Само по себе одеяло также оснащено термостатом, то есть можно контролировать температуру, есть защита на вот самом блоке. Ну, то есть хороший вариант, идеально греет, хорошее качество, также его можно мыть, то есть в принципе одеяло нормальное и оценка тоже достаточно высокая, поэтому обратите внимание на данный вариант. Следующее одеяло у нас Санним называется оно, с размерами тут не очень, но зато цена весьма приемлемая. За одеяло 150 на 65 сантиметров вы отдадите 698 рублей 79 копеек. Тоже достаточно большое количество отзывов идет. Фланель материал, от сети 220 работает. Можно использовать везде, где есть соответствующая розетка. Очень теплая, хорошая. Регулятор также интуитивно понятный, то есть бегунок передвигаете и, соответственно, можно включить-выключить, можно добавить-убавить температуру, то есть все достаточно просто. Воды одеяло не боится, то есть видите, да, даже производитель фотографию продемонстрировал, что ничего не будет, если вы, например, прольете воду на работающее одеяло, то есть никакого замыкания не произойдет, поскольку нагревательные элементы внутри, они защищены специальным образом от влаги.
Следующий вариант — это достаточно дорогое, но в то же время очень популярное бархатное электрическое одеяло Qfengcheng HK802. Модель, может быть, не такая популярная из-за высокой цены, но зато она очень хорошо оснащена. И размеры большие есть, например, 200 на 180 сантиметров. Правда, цена будет 3934 рубля 60 копеек. С учетом скидки. Данное одеяло чем хорошо? У него есть пульт дистанционного управления, то есть беспроводная система управления, регулировка температуры. Очень оно мягкое, теплое, уютное. Можно его использовать в принципе в любых условиях. Ну вот написано, нельзя стирать в стиральной машине, отдавать в химчистку. Но зато можно стирать вручную, управляется таймером. В общем, качество данного одеяла, оно достаточно высокое. Почему оценка несколько ниже, чем у других образцов, не могу сказать. Возможно, это какой-то субъективный подход. Но на самом деле, действительно, данное одеяло очень и очень достойное. Ну и завершает, собственно говоря, наш рейтинг. Это электрическое одеяло той же марки Qfengcheng HK4170. Данное одеяло в плане оснащенности несколько уступает предыдущему образцу. Здесь проводные технологии. Ну, в принципе, тоже все регулируется, температура. Также можно помыть его в случае, если какие-то загрязнения возникли. Двойной подогрев для любых условий подходит, в принципе, хоть вы в дороге его будете использовать где-то, где есть розетка, хоть вы его дома будете использовать. То есть очень хороший такой приятный материал, безопасное оно, то есть если прольете воду, тоже ничего особенного не случится. LED-дисплей есть. Ну, то есть, данный агрегат, он достойное место в вашем доме займет. Расцветки разные, то есть, можно даже леопардовую расцветку тут выбрать. Вилки, здесь есть переходники все необходимые. Ну, и отзывы об этом одеяле в основном хорошие. Есть, конечно, отрицательные, но они в основном касаются упаковки и доставки. Все остальное, конкретно к качеству, да, одеяла, нареканий очень и очень немного. Ссылки на лучшие электроодеяла с подогревом с AliExpress находятся в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.